что мне тут так и шумит. Так, всем присоединяемся, всем привет. Долгожданный перископ, давно меня не было. Так, Казань первая, привет. Что за машина? Audi. Москва, всем привет. Сегодня пятница, наконец-то неделя закончилась. Хотя на самом деле вся неделя была интересная. Но так хочется домой. Хочется домой и просто отдыхать. Так, Казань, Екатеринбург, Одесса, всем спасибо. Так, брови где? Брови выжглись. Привет, Уфы. Так, Севастополь. Ну, короче, пока у нас сегодня только Россия, и это уже немало. Ростов, Киров. Что хотел сказать-то? Плюс у нас сейчас хороший знакомый, у которого есть хорошая черная икра. Ну, а если черная икра, тогда нужно и шампанское. Так что план у нас лично такой. Запереться дома, взять 2-3 бутылочки шампанского, 2 баночки икры и просто остаться вдвоем. При всей этой медийности иногда хочется оказаться просто вдвоем и больше нигде. Собственно, вот так вот. Так, что скажу по поводу боя. Я его не смотрел. Результаты, конечно же, знаю. Все уже рассказали. Не знаю, чего по этому поводу. Ничего не скажу. Так, когда в Махачкалу, не знаю. Но на Кавказ в этом году мы не едем. На следующем, может быть. Так, Германия тоже здесь. Отлично, отлично. Так, Арзамас. Выходите в перископ с икрой. Не, когда мы уже придем домой, это уже будет сервировочка стола, это будет хорошая бутылочка шампанского, может, не кристалла все-таки, но что-нибудь типа Манганеры старенькой. Вот, хорошие бокальчики, и тут уже будет не до этого, это же романтичное настроение. Какое будет настроение, если мы будем в перископе читать ваши сообщения? Это будет как-то уже не так. Где обещанные блюда? Где обещанные блюда? Сегодня будет одно блюдо, потому что, может быть, короче, будет. Шампанское, это, кстати, блюдо. Его сниму, покажу. Будут ли тайские каникулы? Это к Дмитрию Кокову. Это он у нас по этому поводу. Как Миронов поживает, не знаю. Последние фотки я его видел откуда-то, по-моему, с Украины. Собственно, вот так вот. Почем килограмм икры? Я не знаю, почем килограмм икры. У меня получается что-то в районе 6000 за 100 граммов. Икра хорошенькая. Где видео на Ютубе? Пока Ютуб не развиваем. Информации на нем более чем достаточно всем, кому не хватает. Насильно снимать какие-то видео не будем. Сейчас готовим цикл проектов по пластической хирургии. Соответственно, будем рассказывать все ошибки, все, что можно делать по мамопластики, то есть по груди. Соответственно, набираем вопросы для следующих циклов. И, соответственно, Ира рассказывает, пластический хирург, моя подружка Лариса Батрадовна Маурова, все объясняет с точки зрения хирурга. Ну, а я, соответственно, с точки зрения реабилитации. Так, куда скинуть деньги на лечение? Это моей массе в директ пишите. Так, зачем ты себя уродовал, человек? Ну, ты дал ему быть не человек. Че пожрать, когда жор? Капусту, овощи, фрукты. Фрукты же тоже легкие есть, можно клубничку хавать, от нее ничего не будет. Когда повторная операция у Иры на груди не скоро, сейчас операция у нее по ягодицам. Собственно, будем вот так вот. Так, имя, фамилия, вы издеваетесь? Так, я им сейчас один рис. Но если есть один рис без белка, то будет как-то, наверное, точно не очень. Собственно, вот так вот. Чего? Так, блокировать болезненных плиз. Ну, болезненных... Порой бывает много, потому что порой мы попадаем в топ, люди подписываются, и это бесполезно. Иначе я буду заниматься только тем, что буду тыкать сюда пальчиком вот в этот экранчик. Так, сколько я могу выпить максимум? Я максимум не пью, потому что я пью удовольствие не на максимум. Не успеваю. Так. Качаешь ли ты грудь? У тебя же силикон был. Грудь качаю, веса небольшие, работаю обычно соточкой, 110 и не больше. Как у Кардашьяна или как у Джио? Нет, Мася не хочет большую попу, по крайней мере, пока. Поэтому у нас будут импланты 310, круглые, 12 сантиметров у них диаметр. Профиль у нее будет средненький. Ну, собственно, посмотрим. Главное, правильно его установить, это самое главное. А все остальное будет. Так. У тебя пластика на лице? У меня много чего на лице. Так, по арму хочешь выступить? Я вообще выступать не хочу, я по перископу пока выступаю. Саня, что делать от грыжи межпозвонковой? Растягиваться, закачивать поясничку на гиперэкстензиях на каждой тренировке, собственно, так. Знаю ли я Арбенина? Нет, не знаю. Так, что еще? Зубы. Саша, как найти ту самую уже? Не надо ее искать. Поверьте, как только вы перестанете искать ту самую, она появится в вашей жизни. Как только вы будете к этому готовы. Если не появляется, значит, вы не готовы. Сашулька, привет, спасибо и вам. Так, хреново удалил татуну в глазах. Я ее не удалял. Делал контуровку другую, чтобы сделать новую красивую работку.
Так. Не успеваю. Куда вы попали? Это в зависимости от того, как вы собираетесь смотреть на эту точку зрения. Либо туда, либо сюда. А четвердичек так мало, они как-то неактивно бегут. Саня похорошел? Саня сегодня просто с утра был у косметолога. Встал рано, сходил с мастером, сдал анализы перед операцией. Потом он потренировал двух подопечных. Потом поехал к косметологу. Собственно, вот так вот. Сколько он берет из банки протеина? Банка протеина такая же еда, как яйца, творог и курица. В общем, ничего нового здесь не будет. Сколько раз в неделю тренируюсь? Каждый день на этой неделе... 5-6 раз в неделю. На этой неделе получилось 4 раза. Так... Ты себя считаешь мужчиной или нет? Важно не это. Важно, что вы по этому поводу думаете. Мои слова все равно для вас ничего не будут значить. Так. Фитнес-случай. Не читаю. Так. Показать свою попку красавица, пишет парень. Сочувствую. Видно, точно не в ту трансляцию зашли. Так. Владимир Путин пишет. Ты кто, рептилоид? По крайней мере, это его фотография. Очень плохо, что используете фотографию президента. Так. Можно курить и тренироваться. Как показывает опыт, можно курить и тренироваться. Очень много ребят это делают. Это их собственный выбор. Собственно, вот так вот. Сколько сантиметров у меня? Кошмарный вопрос, ребята. Так, зачем вставлять импланты? Подкачать ягодицы нельзя, что ли? Ну, если вы занимаетесь спортом очень активно, то, соответственно, вы должны знать, чего можно сделать, а чего нет. Так, Санька, как будто тайские каникулы. Не знаю, честно. Курение влияет на рост мышц? Курение однозначно влияет на выделение пищеварительных соков и ферментов, что влияет на ваш аппетит. Соответственно, курение подавляет аппетит, и это факт. Потому что люди, которые бросают курить, начинают набирать не с того, что у них обмен веществ каким-то образом поменялся, а только потому, что перестал душиться пищеварительные ферменты. И, соответственно, они начинают есть все больше и больше. Саня, что думаешь о проекте Жака Фреско? Я не знаю, кто это, поэтому ничего по этому поводу не думаю. Как с ФСКН решил вопрос? Смотрите материал Выборгского суда, там 26, по-моему, заседаний, там все увидите. Так, показать свою душу. Смотрите в глаза, а не зеркало души. Так, видео у меня на Ютубе. Да, я есть на Ютубе, но больше мы сейчас развиваем Инстаграм. Как прошло удаление лазером? Шикарно прошло удаление лазером. По крайней мере, вот на этом глазике практически полностью, как хотели, все сделали. А на этом осталась чуть-чуть контуровка. Но это уже будем убивать ремувером. Так. Доброго дня, Санечка. Спасибо. Показать свою попу. Почему-то парни сегодня пишут что-то все время про мою попу. Меня это жестко убивает. Пассивный гомосексуализм – это очень отвратная вещь, ребята. Кончайте. Так, что сегодня будем бухать? Ну, я не бухаю. Пить будем, по крайней мере, начнем с шампанского. Дальше посмотрим. Так, что за кольцо? Кольцо. Кольцо самое обычное, обручальное. Так. Хочешь ли секс втроем, как к этому относится Мася? Вы напишите это Масе. У нас добрый злой полицейский. Я добрый, она злой. Она вам напишет. Так. Покажи ступни. Вы реально серьезно, да? Так. Сколько абонемент стоит в Питере? Не знаю, в разных залах по-разному. Так. Петрожицкий знаете? Да, знаем. Это мой хороший дружбан, который присел в свое время 100 кг на 200 раз. А сейчас у нас занялся профессиональная геремея. Так. Космар, кто к нам ко мне сюда сегодня зашел? Что за люди такие странные, которые что-то все пытаются уйти на гомосексуальные наклонности? Так. Видимо, мы попали куда-то в топ. Показать свою тачку. Машина у меня обычная. Audi 6. Собственно, что я показываю, она в обзоре, я думаю, показана гораздо лучше. Сколько подтянешься? Я не подтягиваюсь. Нравится ли мне Усманова, симпатичная девушка? Но как она может не нравится или не нравится, когда у меня есть моя мася? Зачем она крашу ногти? Цвет нравится. Так, ударила ли меня током? Нет, пока не ударяла. Или не ударяла? Слушайте, да, реально в детстве меня током-то ударяла и не раз. Ты женщина? Нет, я не женщина. Так, нифига пошло сообщение. Огромное количество. Сколько ты весишь? 111. Турник важен в силовых, кстати.
Турник вообще прикольная замена, особенно когда вы уезжаете в отпуск, если зала нет или вдруг вы решили отвлечься, то турник на самом деле штука шикарная. Но единственное, что одного раза в день мало, особенно если вы к этому не привыкшие, потому что турникмены проводят на турнике минуток по 30-40. Человек неподготовленный больше 10 минут там не проведет, даже за несколько заходов, поэтому лучше это делать 2 или 3 раза в день. Собственно, вот так вот. Так, господи, что такое? Был Opel. Ну, был Opel, немецкая машина, стал Audi, другая немецкая машина. Все же нормально. Охраните меня комментарии. Я сам сижу и охренею, потому что я, честно говоря, что-то как-то, может быть, отвык, или давно не был в перископе, или вот. Так. Кстати, очень интересно, кто же сюда зашел? И кто это все пишет? Общаемся ли мы с Кокляевым? Мы общаемся, но Мишка в этот раз приехал, почему-то не позвонил, видимо, был занят. Собственно, вот так вот. Да, я и смотрю, что кто-то, видимо, скинул мой перископ в какую-то группу для мальчишек. И они тут, собственно, как-то попали все. Когда операция у Маси? У Маси операция 22-го, она ее ждет. Вчера мы как раз заснимали одну, третью часть пилотной первой части о пластической хирургии. Соответственно, много чего. Я сижу и сам фигею. Интересно. Люди, вы кто? Я не ожидал, что я могу задать такой вопрос. Люди, вы кто в моей трансляции? Явно вы разговариваете все не со мной. Я сижу и думаю, что же это все такое. Зачем ты красишься? Хорошо, хоть девушка написала. Затем же, зачем вы? К тому же, я не накрашен. Как видите, это татуировка. Если бы это была бы краска, она бы, наверное, должна была бы мазаться, падать, осыпаться и тому подобное. Так... Саша, я с тобой. О, Малинка, привет. Может быть, Малинка, ты мне расскажешь, какого хрена в моей сегодняшней трансляции такое количество мальчиков, которые явно зашли сюда с другого сайта, где общаются другие мальчики. Привет из Скова. Что еще из спортпита? Практически ничего, две вещи оставил. Это БЦА и витамин С. Собственно, все. Саша, привет. Петра Визжинскому привет из Щегров с родины. Ну, я думаю, что Димке однозначно передадут еще разок. Петрожицкому привет с Щегров с родины. На самом деле, чтобы вы знали, приветы я передаю только городам и странам, но так как Димка мой друг, могу себе позволить бесплатно передать ему привет. Да. Так, ты качок? Нет, я не качаюсь, я больше занимаюсь фитнесом. На самом деле, зал я люблю, это просто образ жизни. Так, это второй Шура. Да не, я до Шуры еще не дотянул. Что вы мне так льстите? Странные мальчики, вовсе не мальчики. Да, тоже замечаешь, и я тоже. Как же сделать такие клыки? На самом деле нужен хороший дантист, который захочет не просто ваших денег, а будет либо вашим другом, либо, по крайней мере, у него будет хорошее образование. Потому что здесь, помимо того, что правильно их сделать, их нужно правильно разместить, чтобы вы их не сломали достаточно быстро. Собственно, вот так вот. А дети у тебя есть? Нет, детей нету. Привет из Саратова. Саратову тоже наш привет. У девушки моей есть тату? У моей Маси татушек нету. Так, инста супер у вас, да. И на инсту мы сейчас потратим гораздо больше времени и внимания, потому что YouTube это информационный портал, а немного людей готовы в нем сидеть. Собственно, вот так вот. Так, вечером будет перископ? Не, вечером будет шампанское, икра и романтика. Ух ты, те 300 человек, которые к нам только что пришли, видимо, пошли обратно на свой сайт. Остались те, кто, наверное, должен быть. Так, а в планах есть дети? Нет, в планах нет детей. Абсолютно. Зачем я крашусь? Вы задавали этот вопрос, потому что я вашу аватарку уже даже запомнил. Потому что мне так нравится. Это первое. Во-вторых, где вы видите меня накрашенным? Ну, блин, елки-палки. Видите? Опа. Так вот, видите? Опа, опа. Что вы видите? Ничего не видите. Знаете, что это означает? Что это татуировка. Тогда вам нужно задать другой вопрос. Икра, романтика, классный секс. Да, прямо вот вы читаете наши вечерние сегодня мысли. Только мы сегодня поздно легли и рано встали. Главное не заснуть. Так, кем работаешь? Фитнес-тренером. Делаю девчонкам красивые фигурки. Все, что я не доделаю, доделают мои хирурги. Не люблю детей. Кто же сказал, что не люблю детей? Я детей люблю, они меня просто вообще обожают. Просто смысл жизни у нас другой, как и цели. Собственно, вот так вот.
Так, посмотри, «Китайские каникулы», шпак нормальный. Спору нету, но я еще много где. И, собственно, я на канале есть тоже у себя. Губы силикон? Нет, честное слово, губы не силикон, губы свои. Так, с дочерью будешь бита? Нет, не хочу. Импланты вредны? Нет, импланты не вредны. Так, пошел английский. Губы накачал? Нет, когда-то в губах у меня был биополимерный гель. Лет 5 назад его оттуда убрали, начисто, причем не раз, а ткани, собственно, остались вот такими вот. А что-то вот здесь так солнышко плохо падает. Опа. Так, ну вот это будет, но вот это уже началось. В воскресенье будет продолжение. Сколько стоит сделать импланты? Везде по-разному. Зависит от специалиста и от клиники. Хотя даже на самом деле зависит от клиники. То есть, если ягодицы сделать сзади не даются, то лучше импланты. Абсолютно неверный ответ, потому что если ягодицы у вас вообще не прокачаны, потому что многие девочки, точнее многие тренера девочкам не могут правильно показать, как это делать, это приводит к тому, что ваши ягодицы не в форме. Поставить туда имплант – это не самое лучшее решение, потому что при неподготовленной ягодичной мышце получится результат, печальный получится результат, собственно, только вот так вот. Поэтому ягодицы придется качать все равно до имплантации, тем более после имплантации, чтобы имплант находился и смотрелся на месте. Значит, это просто не будет единой композиции. Будут отдельно ноги, отдельно какие-то шарики и, собственно, вот так вот. Липофилинг. Липофилинг для попы шикарен, но надо помнить, что 80% уходит. То есть, либо вы должны жить такой, знаете, эстрогеново-бразильской манере и делать липофилинг вместе с липосакцией 2 раза в год, тогда можно. Ну и здесь жирок начинает подзаканчиваться. Собственно, вот так вот. Зачем ногти красить тренеру? Потому что мне нравится свет. Диалог с сиськами будет? Пока нет, пока отдыхаем. Ты мужик? Нет, я не мужик. Мужики, они в деревне. Вот, а для мужчины не помеха. Так, чего у нас тут еще? Мальчики, девочки, давайте еще 5 минут, а то у меня уже вроде клиентка пришла и пишет, что она уже: «Саша, я тут». Что сказала, что в айфоне 7? Не знаю, что сказать. Мася, купим 7-й айфон, она мне отдаст 6-й айфон, а этот телефончик Samsung я оставлю для фотографий, потому что камера здесь действительно хорошая. Так, Саша, Ира, вы супер. Спасибо. Так, Малинка, до встречи. Зачем я это с собой делаю? Да я вообще живу в удовольствии и не задумываюсь, зачем я то или иное делаю, я делаю. А многие что-то хотят сделать, не делают, думают, жалеют, боятся, а потом оправдываются это. Сколько стоит занятие с вами, это пишите в директ, там все будет отвечено. Айфон разводил, как всегда. Айфон функционален, плюс совместим с другими гаджетами, не знаю. Тут же важна какая навигация. Кому-то нравится, как это на Samsung, а кому-то нравится, как на айфоне. Собственно, так. Тебя не пугаются клиенты? Нет, они меня не пугаются, они ведь меня знают. Собственно, ко мне приходят по рекомендациям, а не просто так. Штату Аризона, передать привет, пожалуйста. Повторяю еще раз. Штату Аризона, привет. Прикольно. Русские в Америке. Это классно. На самом деле, я рад. Так, у тебя куки, что ли? Не. У меня обычные зубки, что вы. Так. Цена у нас неадекватная, за него просто. Какая у тебя бричка? Что такое бричка? Благодарю, в Аризону. Привет. Моей массе ушло. Так. Как ты целуешься? Шикарно, вы не поверите. Первые 2 года, когда я сделал эти куки, это было вообще каждый раз, как первый раз, было кайфово. Собственно, так вот. Как жить? Жизнь прикольная. Бричка – это машина. Ну, какая машина? Audi. Так. Привет, успел на прямой эфир. Да, но у вас осталось 3 минутки, поэтому задавайте 2-3 вопросика, и я побегу работать. Так. У тебя были большие куки? Да, были большие. Пробовались разные формы, ну, соответственно, и дантисты менялись. Потом уже появился Игорь, который, соответственно, все красивенько сделал. Сколько ты зарабатываешь? Сколько я зарабатываю? Такой же вопрос примерно из-за разряда, сколько сантиметров у меня пипенькин. Поэтому я думаю, что оставим интимные вопросы о зарабатывании вместе с интимными вопросами всех остальных видах. Так, сошлось на 4 куках. Так, передать перед бухгалтером? Ну, можно передать перед бухгалтером, но без имен. Так, с Комсомольска на море привет. Комсомольску тоже большой привет. Сколько у тебя СМС-пипенька?
Не, на самом деле, когда девчонки этот вопрос задают, уже звучит нормально гораздо лучше, потому что только что у нас была какая-то гей-трансляция, кто-то подписался на нас, и это было вообще печально. Так что уже все, по крайней мере, веселее. Буду ли болеть за Дениса Гусева? Я вообще ни за кого не болею, но, соответственно, если Денис выиграет, я буду счастлив, потому что, ну, приятно. Так, показать прическу? Да нет никакой прически. Как мастер с утра завязала, так я и пошел. Так, Нижний Новгород, привет. Владивосток в шоке. Владивосток нормально, там есть малинка, все вопросы к ней, она вам все расскажет. С дочерью будешь биться? Нет. Зачем же мне это? Во-первых, я не думаю, что мне кто-то предложит такое огромное количество денег. Во-вторых, я вообще пацифист. Вот. Как погода сегодня в Питере? Я к вам на выходные. Погода здесь шикарная. Так. Видеохрам души не будет больше? Будет. Мы встречались 3 недели назад с отцом Вячеславом, болтали по этому поводу. У нас есть очень интересная задумка, она уже год есть, но нету времени. Больше нету времени даже, наверное. Теперь даже не знаю. Раньше не было времени у отца Вячеслава, а теперь времени и у нас маловато. Все, мальчики, девочки, у меня уже пришла моя подопечная, и я побежал в зал. Знаю ли я Живухина Валерия? Знаю. Все. Всем пока, всем привет. Вот вам бесценное прощание. До новых встреч.